Суми – старовинне місто. Це місто Троянд. Тут живуть самі романтики, адже щороку сумчани висаджують 100 тисяч кущів елітних квітів. Суми – місто щасливих дітей. 30 років тому саме тут з'явився перший український Діснейленд. Дитячий парк «Казка» – це 12 гектарів справжнього казкового світу, атракціонів і розваг. Суми – місто на околиці України. Туристами не розпещене. Але тут завжди чекають і кохають. Ревизор в Сумах – это Comedy Pub Союз. Вы нас сюда так много и так давно звали, что пришло время провести ревизию. Хоча відгуки про заклад абсолютно протилежні. Была сегодня в Союзе. Редкостный гадюшник. Вонь из кухни. Атмосфера мрачная. Одним словом, ужас. Не рекомендую никому. Многих позиций меню нет в наличии. Персонал не успевает обслуживать посетителей. В залах часто неприятный запах. Контингент оставляет желать лучшего. Хороший барчик, отличный экран. Хорошо смотреть футбол под пиво, но очень душно. И сонные официанты. Що з цього правда, перевірить ревізор. Здрасте. Всі відпочивають. Першим ділом на кухню. Здрасте. Здравствуйте. Я Вадим Абрамов, ревизор. А вы? А я Николай, я бармен. Что на кухне делает бармен? Кушаем. И вы едите, я смотрю. Смачного. Общепит все. А кто работает на кухне? Повар. Я работаю. Повар, вы одна? Да. Побачивши ревизора, одразу про шапочку згадали. О, у вас головной убор уже появился. Он меня и был, просто села кушать села. Сподеваемось. Вас как зовут? Алена. Что едите? Гречку. Подливай. Вы давно здесь работаете? Нет. Сколько? Месяц. А где до этого работали? В другом ресторане? Нет. На птичнике. А что за птичник? Птица, яйцо. А, сами выращивали или какая-то фабрика была? Фабрика. Кулинарного образования нет? Есть. Уже доброе. Ну и какие проблемы на кухне? Дайте сразу по чесноку. Ну, стикеров у нас нету. Потому что вот у нас колбаса закончилась, мы ее достали, разморозили, сделали. Ничего не задерживается, то есть быстро... Плана. Так все выправдываются. Стикеры обязательно должны быть на любой кухне, так же, как и повар. Не может ходить на работу, а с украшениями на руках. Но я в перчатках работаю. И плюс спецодежда. Ну, это я знаю. То чего ж тоді у пижаме працюете? Не выдали? Нет. Ладно, я пока пойду осмотрюсь у вас на кухне. А тут на ревизора еще кто-то чекает. Здрасте. Здрасте. Я Вадим Абрамов, ревизор, а вы? Я Вячеслав. Я администратор. Ну, мы ревизию приехали вас проводить. Ну, так, честно, не вовремя. Мы закрываемся через 2 месяца. Мы продали помещение. Это, честно, вы нам сейчас... Недоречні? Ну, як завжди. И як всім. Переедете куда-то? Ну, скорее всего, мы пока... Ну, вам еще 2 месяца работать и работать. Давайте посмотрим. И нас знаете, сколько к вам звали? Вы понимаете, уже немножко такая... Уже расслаблен, нас присутствует. Рано расслабились, а еще 2 месяца працювати. Все равно ж повар есть, работа кипит, люди едят, а раз люди едят, значит, у вас работа есть и у нас работа есть. Посмотрим, что у вас на кухне. В мойке металлическая губка разлезлась, уже проволока из нее ползет. Фу, как воняет. Этими тряпками моют посуду. Не, ну, а что это? Покажи. Вот это лежит на мойке. Старое, вонючее полотенце. Если таким вытирают руки, то ну, это можно повеситься вообще. Це ганчір'я вже навіть для підлоги не згодиться. І місце йому на смітнику. Дорогие мужики электрики, кто смотрит, смотрите на этот ад. Розетка настолько забрызгана жиром и засрана внутри, что туда страшно засовывать вилки. Коротке замикання неминуче. А это что? Кисель какой-то. Прямо с ложкой варится. Секретный ингредиент. Кастрюля одна алюминиевая, вторая кастрюля эмалированная, старая советская. Профессиональной никакой посуды нет. Ну, как таковой, знаешь. Сколько проработал этот союз? Года 3 уже. И вот за 3 года вы ни разу не купили ни одну нормальную кастрюлю? Да, ну, честно, я вам скажу, мы уже просто переезжаем. 3 года переезжаете? Сейчас, мы уже сейчас все куда-то... Простите, но к вам продолжают ходить гости. Ну... Так
У нас все прекрасно. Розумієте, але нічого не робите. І так згодиться. Ви адміністратор, ви на кухню часто приходите? Уборка на кухні вообще должна быть? Должна. Вымытая плита должна быть? Она, конечно, бытовая. Конечно, она уже свое отжила. Но на ней же жир. Куда на нее не посмотри. Под каждой ручкой жир. Вот здесь тоже жир. Внутри в духовке. Сейчас надену перчатки, покажу. Вадим, вы как скажите? Это же, ну, свет на нас... Нет, нас звали жители города Сумы, они к вам ходят. В самом центре находитесь сейчас. Это небольшое внутреннее своё, получается, расстройство. Расстройство – это ваша духовка. Вы кормите людей. Они у вас едят, они у вас пьют, они у вас отдыхают. А мы должны прийти и проверить, в каких условиях вы это делаете, все ли у вас в порядке. То, что я вижу сейчас, это беспорядок. Почему жареные котлеты сложили в алюминиевую кастрюлю, накрыли крышкой не того размера, поставили вниз вот сюда на полку? Майже під ноги. В соседней кастрюле плавает суп. У нас даже меню такого ничего. Я не знаю, есть это у вас в меню или нет, я еще не видел. Но продукты так хранить нельзя. И все крышки не по размеру, никаких дат нет. Вот гречка тоже сварили, также оставили ложку. Вот оно все стоит. Это все надо в холодильник определять. И терминово. Сковородки бытовые, внутри она вымыта, а вот снаружи на ней много старой гари. А это просто нужно вымывать. Фритюр. Ой-ой-ой. Здесь очень черное масло. Решетки фритюра. У залишках ежи. Вон налипли куски какого-то кляра. Я включаю анализатор качества масла. Вам напоминаю, красный цвет. Это масло нужно срочно слить и ни в коем случае не использовать. Погружаю анализатор. Он сразу загорелся желтым цветом и моментально красным. Когда его меняют вообще, это масло? Ну, вчера покупали масло. Може, и купували, але точно не меняли. Анализатор такого масла еще не видел. Он дорабатывает до 40, просто выше у него показателей нет. У меня еще такого не было. Анализатор захлебнулся в этом черном старом масле. И ревизор нашел в Сумах нефть. Она в Союзе, вот она. И це нафтосховище вкрай небезпечне для здоровья. С маслом беда, его нужно срочно менять. Вытяжка. Она работает вообще? Ну да, рабочая. Советский мотор. В советском моторе старые засохшие сок. Ее теж давно не мили. На лампе прилипли мошки. Вот это что такое? Когда-то губкой кто-то возил, тут остались и волосы, и губка, и жир. Бонусом до страв. Она не включается вообще, вытяжка? Включается. Давайте включим ее, потому что, ну, можно задохнуться сейчас от этого масла. О. Понятно, что ее не включают теперь. Она жреве и стогне от веку. Можешь проверить с той стороны, там над лампой, вот в такой загогулинке, мне кажется, вот жир каким-то образом стекает туда. А что у вас здесь? Бачишь, бабья интуиция? Вот что у вас в вытяжке. А что это? Что это такое? Это скорлупа яичная, Вадик. А что там делать яичная скорлупа? Это отрава? Что не может быть? А что это? Для всех загадка. Такое я вижу впервые. Может, это какая-то новая форма отравы? Или наоборот, старая? Таргани заценили. Чем дальше по Союзу передвигаюсь, тем больше находок делаю. Вот мужики меня поймут. Приходишь в паб, заказываешь себе пиво, и тебе хочется сухарей. Вот эти сухари. Ничем не прикрытие. У них лежит старая, изогнутая, жуткая шумовка. Внутри вся поросшая жиром и грязью. Ще й з відкритим переломом. И это что такое? Это кто-то не доел из гостей? Да. А что это? У нас такого тоже. Вот. Стоит неизвестно что на полке. Недоеденное. Что-то из фарша с куском лука наверху. Теж тарганам на радість. Какие-то палочки, на которых написано что? Спагетти. Вот как выглядят спагетти по-сумски. Из слоеного теста. Тоже не накрыто. Про стикеры мова уже навіть не йде. Микроволновка. Поддон в потеках. Внутри микроволновки остатки еды. Прямо под микроволновкой протирали какие-то ягоды.
Втерли их в старом облезлом сіті, в грязной алюминиевой кастрюле. Цим приладом теж місце на помийці. Оставили мясорубку. Вот в таком состоянии. С нее сочится кровь. Кровь перемеленных ягод? Но никто почему-то ее не моет. А если посмотреть и вот сюда в чашу, то видно, что не отмыли ни от ягод, ни от старой грязи. Вот это вот рыжая – это старая грязь. Гедота. Это разделочная доска. Не приведи, Господи. Грязная. По самое не хочу. Воняет луком. Ну что сразу делали? И ягоды крутили, и лук резали. Нет. Ну, возможно, нет, конечно. Замызганная доска. За нею теж смітник плаче. Сухарі продовжуються. Вони не тільки наверху стоять, але й внизу. Стратегічний запас на чорний день? Тут три покоління сухарей. Обычні сушені горбушки, потім мелкі сухарі для пива, а то, що не розійшлось, перетворюється в панировочні. Безотходне сухарне производство. Рядом з кухонною утварю лежить арахіс. Не накрыт. Приманка для грызунів. Отварили картофель в грязной кастрюле. Почистили его, из рук он плохо. Поставили и не накрыли. Тут что-то настаивается. Что это? Плавает острый красный перец. Эта пена напоминает, что оно бродит. Фу, это крепкий алкогольный напиток какой-то. Брашка? Ну это виски, какой-то водка. Что это? Водка? Пекельный напий на пекельной кухне. Водку настраиваете на перце. Вот так в грязной кастрюле поставили на кухню. Ну это только что готовили. И что это виправдовує? До холодильников. Здесь два холодильника. Давайте проверим это. Перчатки проводить неудобно. Потому что перчатка вылипает в старый жир. На кухне Союзу про прибирання можно не згадувати. На верхней полке ненакрытый десерт. Судя по виду, это брауни. Лежит рядом с зеленью в кульке. А тут же замотанный и подгнивший зеленый лук. Шоколадный десерт и гнила цибуля поряд? Ниже. Лежат сырые яйца. Яким не місце поряд з іншими продуктами? Меня зовут Аня. Вы хотите поговорить в кадре со мной? А что вы хотите от Ани? Я без камер не могу с вами общаться, простите. Нам зрители писали, что у вас популярное место, экстраординарный интерьер, дружелюбное и быстрое обслуживание. Нас сюда позвали, и мы в шоке. Не, ну вот что, видите, мы же вам... Просто, ну, я же вам говорю, в течение обстоятельств, что мы сейчас вот немножко, ну, расслабились, честно вам скажу. Це ви називаєте «немножко»? Понятно, это не оправдание, это неправильно, так не должно быть. Просто, ну, не хочется, чтобы вы нас сильно уж прям вообще так... Вы не имеете права расслабляться. Не, человеческий фактор. Человеческий фактор не должен позволить вам расслабиться. Вячеслав, как только найдем за что похвалить, сразу похвалим. Просто... Пока. Простите. Сырые яйца в открытом контейнере. За сырыми яйцами. Сырое куриное филе вот с него течет. Кулек небольшой, замотано что-то. Какие-то обрезки буженины. Готове м'ясо поряд із сирим. Насколько герметична эта упаковка, вы сами увидели. Тут же сверху кусок свинины. Кулек даже не закрыт. Рядом кулек. Еще с мясом. Никаких дат нет. Повар не соврала. Но стикеров у нас нету. Стикеров не было, нет, и, судя по всему, не будет. Чеснок почистили, положили в банку. Из-под маринованных огурцов не накрыли. Нехай холодильник ароматизує. Ниже отварили макароны, накрыли алюминиевой тарелкой. Тут же грибы в судке. Вроде бы есть судок. Почему не положить в судок мясо и не закрыть? Вот вопрос к этой кухне. В этом холодильнике полнейший бедлам. Здесь нет ни одного стикера. Абсолютно неправильно хранятся продукты. Сырое мясо рядом с готовым мясом, десерты и сырые яйца. И это все один холодильник. Большой крест на нем. Большой. А картофель привезли в мешках и бросили. Рядом с вениками, со щетками, со швабрами.
і поряд з чистим посудом, який гостям на стіл поставлять. От смотрите, ну совки просто валяються зверху. Никому ничего не надо. Бесхозное. Все ничейное. Никто не отвечает. Кухню я видел. Осталось придумать, что здесь можно есть. Единственное украшение этой кухни – вот этот старый фонарь. Единственное. Но его разве что в антикварный можно сдать. Губит людей не пиво, губит людей вода. А, ну вот сразу и сяду, что далеко не ходить. Стул облезлый и шатается. Меню 2. Хавка и синька. Специфичный жаргон у Союзе. Странное отношение к еде и к напиткам. Сковородки. Сковородочка «Файна Юкраина». Притула, тебе большой привет из Сум. Ребра, два вида сосисок, картофель, крылья, папор. Кто такой папор? Якась нова пташка. 120 гривен. Здравствуйте. Вас как зовут? Юрий. Очень приятно, Юрий. Можно жалобную книгу у вас попросить? Да, конечно. Спасибо. Продолжим читать меню. Предложение для компашек. Перезагрузка. Очень много мяса с гарниром. 350 гривен. Ого. Паста карбонара с ветчиной, сырым, желтком и пармезаном. 45 гривен. О, спасибо. Напитки. Экспрессо. Фирменный напиток заведения. Тут так и написано. Экспрессо. И выделили букву К. На самом деле напиток называется эспрессо. И стоит он 10 гривен. Юрий. Можно мне экспрессо, как у вас называется, и перезагрузку? Долго ее ждать? Полчаса. Полчаса 40 минут? Ну, возможно, дольше. Возможно, дольше? Оце поворот, але хоть честно. Давайте, ладно, эту перезагрузку. Только попросите на кухне побыстрее. Хорошо. Хорошо? В пабе «Союз» две книги жалоб и предложений. Почитаем. 14 декабря 2015 года был на территории вашего заведения после нецензурной брани. Вообще не разобрать ничего. Никто не извинился. «Союз – говно», написали. Короче, была пьяная разборка, потому что написано, что вызывали милицию для того, чтобы милиция разобралась и вывела неадекватных посетителей. Руководство реагировало. Новая книга «Жалоба предложений». Завели ее 1 января 2016 года. В ней уже есть одна запись. Мы всей нашей дружной компании хотим выразить огромную благодарность всему персоналу паба «Союз». Вот наш вечер в вашем заведении прошел отлично. Повторим. И на эту запись не отреагировали, хотя со 2 января прошло уже больше месяца. Сегодня 9 февраля. Ну что? Мой заказ будут готовить долго, поэтому давайте я покажу вам интерьер. А перед тем, как мы начнем это делать, проверим, есть ли жвачки под столом. В «Союзе» жвачки есть. Вон еще одна. Их не снимают. Жвачки под столом в ресторане быть не могут. Их должны удалять. Здесь этого не делают. Стол чист. Стулья, кстати, в разнобой. Этот стул из отдельного комплекта. На кожзаме пятна. Под сиденьем, смотрите, все порвано и ржавчина. Это подвал с низким сводом и потолок зеленого цвета. Ни мох, ни плесень, просто покрашен краской. На стенах висят футбольные шарфы. Перечепився. Плитка треснула, отпадает под ногами. К сожалению, клада не нашел. А шкода. Будете идти вперед, засмотритесь в телевизор, влетите ногой в эту плитку и улетите. Про безпеку гостей тут турбуется на что было. Под стенкой огромный экран. И даже проектор есть. Видимо, на него что-то показывают. На полу валяется мусор. И вон стекло. Уборщица сюда не заглядывает. А тут прямо у входа. Практически гостиная. Неизмененная. Як у 80-х роках минулого століття. О, господи, диван, конечно, у него лучше не садиться. Він же раритетний. Такие гостиные раньше были.
у многих. Ну а что? Диван, телевизор стоит на ногах. Там Жан-Клод Ван Дам и голые женщины. Телефон дисковый. Теж пережиток минулого. Рубли юбилейные. На столе пыль. Диван продавлен от времени. Обивка протерлась. На нем следы грязи. С часів Союзу ними все. Ковер с крупным рогатым скотом на стене предлагает сделать фото на память. Вот такой интерьер. Ну а теперь давайте посмотрим на туалет. Можно по запаху ориентироваться. Заходите. Ой, какой он мрачный и вонючий. Сали, извините, в туалете везде, даже на стены. Под унитазом везде моча. Гайдота. Сверху на трубах. Гора пыли. Туалетная бумага на цепи, чтобы не унесли. Крышка унитаза грязная. Сиденье все в моче. Свежак притом. Под сиденьем старые пятна. В труднодоступных местах не моют. Сливать сливают. Ёж пожелтел немного от времени. Вытерся, стал плешивым, но не загаженный. Полы не моют, в углу везде грязь лежит. Бруд – звычайная речь для пабу «Союз». В ведре недавно поменяли пакет, но почему-то тут еще и вода какая-то. Хотя это не вода, это, скорее всего, моча. Просто суд мимо. И не вина прибиральницы, что гости – свиньи. Теперь попробуем вымыть руки. Крану противно подносить руки, делать это надо в перчатках. Мыло лежит обмыло. Сколько рук он бачил? Поэтому мылом не пользуйтесь. Просто под холодной водой долго трите. Кто до вас в руки брал этот обмылок, неизвестно. Может, он тут с 80-х вообще лежит. И помнит еще и Горбачева, и Кравчука. Всех помнит. Сушить руки негде. Зачем этот предбанник, вообще непонятно. Ни сушарки, ни рушнички. Пойду сушить руки так. Туалет грязный, засанный. В нем воняет. Лучше сюда не ходить. Еды еще нет, но сяду ждать. Что делать? Принеси, правда, вот хлеб. Я его не заказывал, надеюсь, что он бесплатно будет. Ждем. Нареште. А, это перезагрузка? Да. Ну, повна перезагрузка. Интересно, сколько человек может съесть это блюдо? Или подразумевает, что его должен съесть один? Це и п'ятеро богатырів не подужають. Я не знаю, будет ли перезагрузка, но поджелудочная откажет точно. А, вот и будет перезагрузка поджелудочной железы. Ще пак, скільки смаженого та гострого. А можно повара позвать? Смотрим, из чего состоит перезагрузка в Союзе. Домашняя колбаса, сделанная из одного жира. Жареная вареная колбаса и копченая колбаса. Жареная картошка, ее много. Куриные крылья в томатном соусе, куриные крылья в горчице. И рулька свиная. А ось и кухар. А что вы так с полотенцем пришли? Бежали с кухни? До дегустации. Пробуем медовую курицу. Они у вас что, вареные, эти куриные крылья? Да, они сначала провариваются, потом во фритюре мы их выпускаем. А, это еще из фритюра. Підфартило сьогодні ревізору. Чувствуется то, что это вареная курица. А масло вы меняли во фритюре? Да. Надеюсь на это. Куриные крылья невкусные, они должны быть хрустящие. То, во что их макаете, это одна горчица, там мед особенно не чувствуется. А еще у вас в петрушке волос. Вот, вот он. Это не шерсть, это волос.
Не соромно? Куриные крылья – очень ходовое блюдо в любом пабе. И куриные крылья должны быть хрустящие, ароматные, вкусные и горячие. Это куриное крыло. Холодное, вареное. Его потом обмакнули во фритюре. Все, что чувствуется – вареная курица, смазанная горчицей. Вот и все. После того, что я видел у вас на кухне, есть у вас небезопасно. Понимаете? Да. И с этим вам надо что-то делать. Остальное все пробовать я не буду. Мы будем меняться. Алена. Я пробую вас только потому, что я пробую еду в каждом заведении. Что после того, что я видел, я бы не ел. Никому бы не советовал. Спасибо. А можно счет? А у вас можно рассчитаться карточкой? Я хочу рассчитаться картой. А это что такое? Грязная мыльница? І навіщо цей прут на стіл поклали? Похоже на мильницю, я не знаю. Оригінальна подача чека у Союзі. Мой счет 360 гривен. Юрій, а що це таке? Це фішка заведення. Чого на грязно? Оплошність. І вам від цього смішно? Просто. Спасибо. Тепер ревізор все побачив. Я проверил паб «Союз» в Сумах. Вы нас сюда очень давно звали. Экстерьер. «Союз» находится по адресу Покровская, 13. Интерьер. «Союз» — это подвальный паб с кирпичными сводами. Здесь много футбольных флагов и огромный экран. Цены. Мой счет за мясное блюдо «Перезагрузка» и чашку «Экспресса» составил 360 гривен. Чистота. В зале грязно. В туалете грязно. На кухне, да, вы угадали, тоже грязно. Здесь нефть вместо фритюрного масла. По всей кухне разбросаны сухарики и почему-то яичная скорлупа. Порядка в холодильнике нет. Возраст продуктов неизвестен, потому что повар их не маркирует. Обслуживание. Повар Алена честно призналась, что работает здесь всего месяц. И по плохому состоянию кухни это видно. Официант Юрий честно предупредил, что мое блюдо будет готовиться долго. Особенность. Администратор Вячеслав объясняет бардак в заведении тем, что «Союз» скоро переезжает. Интересно, сколько людей вы успеете отравить до того, как «Союз» на Покровской закроется? Мы вам все показали. Думаю, вся страна со мной согласится. Есть в таких местах, как паб «Союз», просто опасно. Ревизор не рекомендует паб «Союз» на Покровской в Сумах. Берегите себя.